Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем обозревать еще один чит на Minecraft версии, на самую новейшую версию 1.12.2. Есть много серверов, на которых где-то 1.12.2 только работает, и у вас нет, допустим, чита, а вы любите с ними играть, вы почти такие, как я, что тоже на каждой версии играю с читами. Итак, вот, давайте. Сейчас я вам расскажу о нем все. Это очень хороший чит. Я с ним играю. Ну как, игра. Иногда захожу там, но мне он очень... И я вам скину ссылочку в описании, где его можно скачать. И всякое такое. Это очень хороший чит. Тут есть все классные. Конечно, и другие дополнительные. Это есть... Матикс, я тоже, может, на него сделаю обзор, но так себе чит. И там много функций на серверах не работают, из-за того, что там слишком, ну, как слишком. Просто, на 1.10 же, ну, с 1.10 версии нужно вот так вот прыгать и бить, да? А там он вот так чуть-чуть подпрыгивает. Знаете, эти криты, что ты просто чуть-чуть так подпрыгаешь и все. Сейчас нужно это выключить. Просто я думал, так, как анти-АФК сработает. И смотрите. Вот это все настройки. Вот так. Эти, я их вообще не делаю, ничего такого. Вот они самые главные. Труса, вот. Все. Тут можно полистать, их очень много. Ну... Допустим, конечно, много на серверах с античитом не работает, но я вам скажу самое главное, что включать. Включайте эту фигню, смотрите, что сейчас будет. Я ее выключил, вот, вы только зашли такие счета, да? Такие, играйте, ну, после того, как видосик посмотрели, и не включили эту штучку. И вы такие бегаете, или это только на серверах работает, не знаю. Но на сервере играл такой, бегаете нормально, столько-то поиграли, и вам начинает в чат спамить какая-то фигня. Типа ИРС, там какая-то штука, ну типа боты. Ой, сейчас лагаю. Все. Думаю, я просто из-за того, что надо сейчас подключить. Вот. Конечно, пока что... Сейчас, где это? Вот, все. Пока что отключу. Можете не делать так, как я. Ой, ну все-таки, может, это из-за всяких программ других. Ну так-то чуть не лагает я играю. И давайте приступим уже. Я задолбался болтать. Ступчу. А, показал. Короче, вы включаете ERS мод. Это 100%, чтобы в чате никакой бот не писал. Потом включай, ну... Биндить, тут биндить очень легко, смотрите, где комбат, вот комбат, киллаура, правая кнопка мыши, выбираете, нажимаете, и допустим F, и играете, вот смотрите, сейчас надо врубить ее, да, вот как я люблю, не, на К все, ой, вот так все, смотрите, вот менюшка эта сама, справа сверху. Это все, что включено. Смотри туда. Нажимаю я на R. Видите, появляется. Еще надо биндить Criticals. Есть всякие читы. Ой, сейчас. Это зависло. Менюшка. Ой. Сейчас мы вернемся, когда все отлагает. Только включил паузу и все отвисло. Ой, это из-за скайпа. Блин, у меня всякий скайп вырубается и лагает. Вот в чем минус этого чита. Тут со скайпом просто пипец лагает. Ну, сейчас же пауза не идет. Не идет. И короче, вот, Criticals тоже, потому что на некоторых серверах Criticals плохо работает. Ну вот, смотрите, в правый верхний угол. Вот, я врубил, да? И смотрите, как он действует прикольно. Берете такой. Я, вот видите, я критую. Смотрите, сейчас эффекты появятся. Видите? Смотрите, допустим, возьмем самое мощное оружие здесь. Вот, я вырубаю криты, смотрите. Свинку. Свинку. Мы не ваншотим, да?
У него full хп, мы его не ваншотим. Врубаем криты. И мы сейчас ее кританем и ваншотим. Смотрите. И тут такие всякие штуки появляются. Вот как это работает. Вы просто стоите, бьете, и оно все появляется. Опять же говорю, лагает из-за не из-за чита, а из-за скайпа. Дальше что? Врубаем автоспринт, чтобы вы не нажимали по два раза. Автототем на некоторых серверах он работает. Просто как-то он, ну, ты его врубаешь, он автоматически берет его в правую руку. То есть в эту. В другую руку, вот сюда. Так, я даже могу сейчас показать. Так, где? Я не знаю, конечно, где он находится. О, вот он. Допустим, вот, у вас такое сделано, все, F сейчас. У меня тут еще на некоторых серверах полет работает. Смотрите, блин. Тогда. Ой, блин. Гами. А я читы не врубил. Или врубил. Гами. Моде. Ноль. Смотрите, берем это вот сюда, да? Включаем автототем и смотрите. Он автоматически его берет в другую руку. Не, ну, это, конечно, может сделать, но смысл. Я это не знаю, я не понимаю, что это, но зато сдаю это. Автоид это лучше когда врубать, когда у вас морковка, потому что и это чит, его лучше вообще не врубать. Потому что минус, если у вас будут золотые яблочки и морковка, он может взять как за основу золотые яблочки, и он будет их есть, когда у вас это полтора голда не будет, ну когда у вас хп не восстанавливается и всякое такое. Потому это так себе. Я без этого игра. Так, приступим к самому главному, без чего такого. В True Sight, Full Breach, это когда темно, вы, ну, смотрите. Ой, как там? Time Set Night. Не знаю, что. Ой. Опять этот скайп. Ну, короче. Это, чтобы вы видели в темноте. Rainbow Enchant, допустим, сейчас. Ой, что такое такое сейчас. Берем, допустим, наковальню. Вот так и вот так. Да. Вот так, вот так. Вот так. Вот так, вот так. И вы получите, смотрите. И он радугой светится. Вот в чем прикол. И также с броней. Дальше. Это типа вас бьют, и у вас камера не качается. И это, конечно, вы почти чувствуете, что вас бьют. Ну как, по хп да, но это не так, что вы прям вообще жесть как катаетесь. Так, Better Name Tags, это когда это выделяются жирные метинники. Поставьте вон настройку так. Вот. Тут же ничего... Анти, да, вот тотем. Тотем можно выключить, но у меня он врублен нормально. Так, вот, хаткам, это типа, вы не будете кота, ну, башка не будет трястись, когда вас бьет. А тотем, это и будет вот этой вот штуки, когда, ну, допустим, сейчас я вам покажу. Где-то вот отсюда. Гэмми моды 0, смотрите. Вот. Видите, нет вот этой вот фигни, что перед тобой такая полочка. А вот если мы это вырубим. Вот я, конечно, люблю так-то ты.